Художники шутят, когда лень искать натуру, автор вдохновляется видом из своего окна. Именно эта тема легла в основу выставки, которая открылась в галерее «Шестой этаж». Для любителей живописи представлено более 30 работ, написанных авторами из разных регионов России. Идея организовать выставку «Вид из окна» родилась еще весной на пленэре в городе Плёс. Славная нагрузка «Вид из окна», потому что тема достаточно широкая, вот, и каждый видит по-своему, интересно, этот большой, необъятный, разнообразный мир. Вот, кто-то видит его, там, ну вот, каждый видит в окне свое. Вот, и хотелось объединить как бы опытных художников и молодых и сравнить, посмотреть. Каждый художник в окне видит что-то свое. Кому-то ближе радостные летние пейзажи, кому-то более мрачные, осенние и зимние. Окна тоже на выставке разные. Есть окна домов и квартир, есть окна машин, карет и поездов. Автор этого цикла представила, что вместе с художниками Петровым, Воткиным и Хундервассером путешествует по Сербии и вдохновляется иностранными пейзажами. На этих картинах можно встретить и красного коня в стиле российского живописца Петрова Воткина. Вся импрессия этой выставки в том, что окна разные, и опять же, вот Хундервассер, возвращаясь, он же прекрасный архитектор и художник, и, значит, это его теория, что окна в доме – это как поры кожи, и человек дышит через поры, и также дом через окна дышит, и как бы сообщение с миром происходит таким образом. Тема настолько благодатна для служителей МУЗ, что молодой музыкант Ксения Протасевич написала песню в честь открытия выставки. Теперь у «Вида из окна» есть свой гимн. Тематика выставки – это «Вид из окна» и песня она о различных ипостасях окон в нашей жизни и прочее. Написать песню – это такая специфическая вещь, специфическое занятие – писать песни. На самом деле дело не благородное и не благодатное, так как можно сделать это за несколько минут, а можно за несколько лет, часов, дней. Ну, собственно говоря, здесь все варьируется. Организаторы считают, что тема выставки станет интересна не только профессионалам, но и любителям. Открытие нового выставочного сезона можно считать более чем удачным. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.